Привет, дорогие друзья, с вами Алекс Соник, и я поиграю в игру под названием Brawl Force, то есть продолжаем мне играть, и мы прошли уже 50% всей игры. Вот проходим 11 уровень. Теперь мне надо лететь фиг знает куда. Это 8-я часть. Вроде бы. Вот мы появились, и тут вообще трава. Что в траве кто-то сидел? Так, это будет посложнее, мне кажется. Потому что в траве будут сидеть очень много. Но я их вижу из-за знаков. Так вообще тогда легко. Вообще на изи. Так, все обвалилось. И опять вечер под вечерок. Так. Это сейчас боссы будут. Чего? Так, вооружен я. О, так вот этих можно вооружить. Все. Мы 4 бойца. Минус. Так, сейчас подберем вот это. И я буду лосось. Я лос. Ого. На-на-на-на-на. Привет. И что ты? Ну и что? Бинг. Да, жаль, что они позрывались, конечно. Ну, переходим к следующему уровню. О, у меня ракомакафошник. Чего они все лежат? Трупешники. Круто. Чего они все лежат? Чего тут все побито? Пацаны, что это? Фу. С червяков какая-то слизь падает. Что это? Червяки какие-то. Все дохлые. А, мы, наверное, с червяками будем сражаться. Просто изи уровень. Но мы переходим к следующему уровню. Так, вот он, следующий уровень. Офигеть, он мочит. Так, опять у меня 4 человека. Ого, ого. Тихо. Я не знаю, что делать шприц. Но он очень сильно пули стреляет. Я точно не знаю, что он делает, но стреляет он хорошечно. Угу. У меня таранщик. Опа. Так, затараним. Пройдем по-бырому сейчас. Опа. Волки какие-то. Ага. Короче, меня достигли мутанты. Это 11 уровень, это мутация. Просто тут будут мутанты. Вот они. Смотрите. Что они делают? Ярики. Ярики, что? Что такие? Ну, лучше сразу бить, да убежать, господи. О, мы сразу 2. Мне так страшно сейчас. Ладно, мы переходим к следующему уровню. В этом уровне что-то быть должно опасное. Но у меня он долго грузился. Я банана просрал. Ла-ла-ла-ла. Я банана просрал. Чё ты сюда попёрся, бобёр? Ну, короче, тактика галактика. Чё? У-у-у-и. Изи тактика. Пацаны, изи тактика.
Ну и что-то такого. Привет, пацаны. Ой, меня волк съел. Да не вообще на... Тихо. На не на изи умирают. Пойду плюсик возьму. Взяла я плюсик, называется. Травы они ядные. Так, вот он. Насильщик. Слава богу, я не умер от него хотя бы. О, он вообще такими пулями стреляет. Сейчас травку подрежет даже. Я одному бошку прострелил. Да все понятно, я... Ну, блин. Чё они лучше стали? Сейчас самоубийца это пойдет. Круто. Меня это уже бесит. Подбешивать начинает. Вот мы взяли одного пацана хорошего. Посрежаем травку. Угу. Все ясно. Так. Хана, он даже не сдох. Какие-то новые. Ой, я Рэмбо. Видели? Они меня бы укусили. И все? Так легко? Они попо... Так. Я вас лосом бить буду. Я лосось просто с первого раза. У-ху. Я лосось. Я туда не пойду. Че вы делаете? Что такие? Что такие? Я с них не могу. Так, отстань от меня, женщина. Хотя бы кто-то. Круто. Я знаю, что надо делать. Поехали. Поехали. Пиу. Спасательный вертолет. Но мы переходим к следующему уровню. Вот у нас следующий уровень запустился. Вот они, червяки, из подземель повылазили. Ну, я сейчас их руками заботаю. Но... А! Что это? Чего? Я не понял, что это сейчас было. Так, все, поджарил всех. Каратистам вообще не надо быть. Надо сейчас пробежаться по-бырому. И как будто ничего не было. О, я банан! Я банан, меньше не будет. Так, отстаньте от меня. Ух! Блин. О, какой-то пацан новый. С закрытыми глазами. А, гранатчик. Он гранатами пуляет. Изи вин. Но мы переходим к следующему уровню. Вот следующий уровень у нас. Пунг. Сейчас на меня это свалится. Так, отстань и зайди, демон. Ты правда демон, кстати? Я не самовыражаюсь, так ты правда демон. Шо это?
Все, всех зарежу. Всех покромсаю. Да, что это? Что это за чудище приморское? Да что? Да что тебе надо? Как прибить тебя, гада? Ой. Чё? Я понял, зачем он. Все. Тоби пипец. На. В гори. Все. Убыли. Тихо, тихо, тихо. Куда ты пуляешь? Давай. Оп. Хорошечно. Уху. Так, надеюсь, это последний уровень. Так, потому что серия очень долго идет, уже 15 минут. Да, оно закончилось. Давайте мне, что мне дается 12 уровень, зараженный и уровень С. И уровень 13, понятно. Мы сначала будем проходить уровень С. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алекс Соник. Всем удачи и пока-пока.